Становись. Смирно. Бойцы, вам выпала великая боевая задача в кратчайшие сроки возвести здание штаба. Место выбрано просто дивное. Лес, речка, железная дорога далеко, тишина. А воздух-то какой? Да, отличное место, товарищ полковник. Место для дачи просто классное. Ну, для штаба я имел в виду. Молодец. Как фамилия? Рядовой Степанов. Молодец, Степанов. Бригадиром будешь. И еще. Как возведете объект, так и на дембель пойдете. А если через неделю возведем? Значит, пойдете на дембель через неделю. Это приказ. Теперь смотрите сюда. Тачурка рисовала. Художница растет. Смирно. К выполнению задания приступить. Во попали-то, а? Здесь на троих работы года на два. Лучше б на флоте служили. Сидели б на подлодке, шоколад ели. Ты чего расплакался-то, а? За неделю. Не боись, ребята, все будет нормально. Алло, па, дело есть срочное. У меня батя владелец строительной фирмы. Так что готовьтесь к дембелю. Папа! Вот это ничего себе. Молодцы. Так, вы двое свободны. А ты, Степанов, останься. Ну что, прапорщик Степанов, как оно на сверхсрочный? Значит так, тебе выпала великая боевая задача. Кратчайшие сроки построить вот здесь командный наблюдательный пункт с видом на речку. Как объект возведешь, получишь еще одну звездочку. Выполняй. Алло, папа, иди твою. Может, вместо строительства чем другим пора заняться? Мне ж на пенсию полгода назад надо было уходить.